Продолжается наступательная операция на Харьковском направлении. Мы находимся на позициях под городом Изюм, который был взят под контроль российской армии несколько дней назад. Сейчас российская артиллерия ведет огонь на подавление по позициям противника. САУ «Акация» использует в том числе высокоточные боеприпасы типа «Краснополь». Этот боеприпас выстреливается обычной САУшкой, но при этом с воздуха цель подсвечивается лазерным лучом. После выстрела «Краснополь» наводится по лазерному лучу на цель и уничтожает ее. Как правило, это боевая техника противника. Операция наступательная продолжается. Сейчас российские войска продвигаются на славянском направлении. Они берут населенный пункт за населенным пунктом. Наступление идет не быстро, оно идет тяжело, потому что противник оказывает в том числе артиллерийское противодействие, используя реактивные системы залпового огня типа «Ураган» с кассетными боеприпасами. Несколько боеприпасов прилетало и по предыдущим позициям, поэтому российским артиллеристам приходится все время перемещаться, меняя свою дислокацию. Огневое поражение противника продолжается.